Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова в Риге. Несмотря на обещанное потепление, довольно бодренько, надо сказать. Вместо 0-1, уверенный -6. Ну ничего, день сегодня на самом деле хороший. Вот, слышите, как тут все оживленно. Тоже бодренько. Мы с вами находимся в очень интересного места. Это единственные ворота, которые сохранились со времен раннего, позднего и прочего средневековья, ну и прочих времен, уже более близких к нам. Называются они шведские. Такое ощущение, что они самые шведские в мире, но я не знаю, оспаривать не буду. Во всяком случае, в советское время это было очень интересное место. Здесь многие люди, планировавшие, так сказать, соединение своих судеб, назначали свидания. Это один вариант такой был. Второй, менее романтичный, более прозаичный, место было довольно известное среди так называемых ночных бабочек, особенно валютных. Вот тут они себе накручивали клиентуру, это так называлось. Впрочем, это было не единственное место, но одно из, наверное, наиболее исторически значимых в этом смысле. А так, это место до сих пор хранит в себе такой аромат, ауру того самого очень раннего средневековья. И оно, в общем-то, является продолжением того, что сейчас осталось от древней крепостной стены, части старого города. А мы сегодня пойдем на Домскую площадь, посмотрим, что там творится. Вперед! Так, друзья, мы на Домской площади, точнее, у входа на нее. И вот, наконец-то, в старом городе базарчик. 2 года его не было. Тут все происходило такое скучное нечто, унылое, в связи с, понимаете, чем, 2-летним. Слегка. Но мы это комментировать не будем. Пойдем посмотрим на все это благолепие. Вот и видите, какие тут кони ходят. Вперед. Да, друзья, глаза разбегаются. В общем, всего тут за время оставшееся нам, чтоб не замерзнуть, не обойдешь. Ну, теперь давайте просто попутешествуем, посмотрим, что тут есть. Наш мужественный видеооператор, он же монтажер Диана, сейчас вам еще не замерзшими ручками будет все это показывать. Ну, а дальше у нас будет время подкрепиться. А пока вперед на базар.
Друзья, надо срочно подкрепиться, а то холодновато, я вам скажу, вот совсем не по утреннему прогнозу, понимаете ли, 0+1, какой тут +1, в общем, пробирает на этой площади сегодня так здорово, но у нас все впереди, у нас вот ключи от Риги, или ключ, надеюсь, нас тут согреют и накормят, так что идем. Вот, друзья, мы внутри, наконец-то отогрелись. Вообще, честно говоря, холодновато там под елками скакать. Разве что костры, лошади, есть об кого согреться. Но тут это привычнее, проще. Надеюсь, вкусней. Так что мы сейчас этих изысков испробуем, потом все честно вам расскажем, как это все на вкус. Итак, друзья, нас согрели, накормили. Ну, что я вам скажу? Без особых изысков, как можно было бы предположить, в самом сердце, можно сказать, нашей старой Риги. И, тем не менее, вкусно, натурально, чем-то даже оригинально. А вот насчет цен... Ну, вы, наверное, понимаете. Noblesse oblige. Положение сего места обязывает. Так что сюда надо заходить во все оружие. В смысле, чтобы было чем заплатить. Ну, сегодня день праздничный. Сегодня 4-й адвент. Можно чуть-чуть раскошелиться на это приятственное мероприятие. Тем более, после такого... не менее прекрасного путешествия по центру сегодняшней нашей старой Риги. На этом наш сегодняшний вояж в центр города
виде закончен. Отправляемся к родимым пенатам. До новых встреч и будьте все обязательно здоровы. У нас все получится. Пока.